High school. Все школьные годы, начальную школу и старшую школу. I got D's on deportment. Я получал низкие оценки за поведение. Every single report card said that I was too mischievous for the classroom. И каждый учитель, который давал мне характеристику, писал, что я слишком много привносил недисциплинированности и стресса в класс. Except for the very last report card, I got a C, and that ruined my record. И только в самом последнем классе я получил не самую низкую оценку C, а предпоследнюю. И это разрушило весь мой блестящий, всю мою блестящую карьеру. So another lesson in science would be that maybe you need a little bit of mischievousness and rebel child to invent ideas. И мы можем извлечь из этого урок, что, возможно, нужно немножко бунтующего ребенка, немножко недисциплинированности для того, чтобы изобрести что-то новое. Now there's another triangle that influenced me. Есть еще один треугольник, который повлиял на меня. This B stands for Eric Byrne. B здесь обозначает Эрика Берна. And he had very strict rules for running the seminar scientifically. У него были очень строгие правила для того, чтобы семинары, которые он проводил, были научными. The most important rule went back to the 15th century in England. И самое важное его правило берет свое начало из 15 века, из Англии. And that was Occam's razor. Это правило называется лезвие Оккама. And that is the law of scientific simplicity. Это закон научной простоты. That the simplest idea is the best idea. Он гласит, что наилучшая идея является самая простая идея. So that was the number one rule in the seminars that we lived by. Это было правило номер один на наших семинарах, и мы его придерживались. Was that each idea we thought of had to be simplified by Occam's rule. Каждая идея, которая нами выдвигалась, должна была быть максимально упрощена согласно лезвию Оккама. So there were also two cultures that were happening at the time I did the triangle. Также в то время, когда я создавал треугольник, на меня влияли две культуры. One was it was in the 1960s in San Francisco. Это происходило в 60-е годы прошлого века в Сан-Франциско. It was the summer of love and all the hippies were coming to town. Это было время хиппи, как раз совершилось нашествие хиппи на город, дети цветов. And the ones that had cars had bumper stickers that said question authority. И все, у кого были машины, вешали на их бамперах такую наклейку: задай вопрос властям. It was a very rebellious time back then. Это было очень бунтующее время. In psychology, everyone wanted to overthrow Freud. И в психологии происходила такая деятельность, что все хотели свергнуть с пьедестала Фрейда. He was the establishment. Он олицетворял собой власти. So many, many different theories were developed at that time that were different from Freud. И поэтому в то время было разработано множество психологических теорий, отличающихся от Фрейда. A lot of them started in Northern California, where San Francisco is. И многие из них как раз начались в Северной Калифорнии и конкретно в Сан-Франциско. There's also a creative culture in Northern California. Также в Северной Калифорнии существовала еще одна творческая культура. Where we have inventions like Google and the iPad and the iPhone. Это культура, которая произвела на свет Google, iPad, iPhone и так далее. The computer. Lots of inventions in Northern California. И множество изобретений берут свое начало именно из Северной Калифорнии. So that was part of the culture that Eric Byrne lived in. То есть именно в этой культуре жил Эрик Берн. It was a rebellious time where everyone worshipped the free child. Это было бунтующее время, когда все поклонялись свободному ребенку. And the rebel child. И бунтующему ребенку. So Eric Byrne was part of that culture. Эрик Берн был частью этой культуры. Even though he was a very disciplined scientist. Даже несмотря на то, что он был очень дисциплинированным ученым. He also had his own triangle. У него был также собственный треугольник. His father was a physician and his mother was a writer. Его отец был врачом, а мать была писателем. So he became a physician who was a writer. И поэтому он стал врачом, который писал книги. My father was a psychoanalyst who did a lot of writing. Мой отец также был психоаналитиком, который много писал.
He had studied with Freud. Он учился вместе с Фрейдом. And Freud said that criminals could not be psychoanalyzed. И Фрейд сделал такое высказывание, что преступников нельзя подвергать психоанализу. So my father wrote 100 articles and 20 books on the psychoanalysis of criminals. И мой отец, в свою очередь, написал 120 статей и сотни книг именно по психоанализу преступников. So there was some rebel child from both sides of my family. То есть с обеих сторон моей семьи было много бунтующего ребенка. He was also very hard-working, very bright Russian. Он был очень трудолюбивым, очень смелым русским человеком. His whole family moved to United States. Вся его семья переехала в Соединенные Штаты. The family story is that they went out the back door when the bad guys were coming in the front door. Семейная история гласит, что они как бы убежали из заднего хода, когда плохие люди врывались в парадные двери. Now there was a culture in the United States in the early 1900s. И в прошлом веке в Соединенных Штатах существовала такая культура. That it was a land of opportunity and people could do anything. Что это земля открытых возможностей, и люди могут добиться на ней всего чего угодно. If they work hard. Если они будут усердно работать. So my father went to study to be a pharmacist so that he could pay his way through medical school. И мой отец начал обучаться на фармацевта, чтобы оплатить себе впоследствии обучение в медицинской школе. So here's where chance comes into the scripting and fate and destiny. То есть он начал строить свой сценарий, свою судьбу, свое предназначение. The whole family moved to Washington D.C. Вся семья переехала в штат Вашингтон. And my father got a job. И мой отец нашел работу. At a federal psychiatric hospital. В федеральной психиатрической больнице. By then he was a psychoanalyst. Но в то время он был психоаналитиком. And the only people around for him to analyze were criminals. И все люди, которые его окружали, с которыми он работал и которым мог проводить психоанализ, это были преступники. So he founded the field of criminal psychopathology. И поэтому он начал работать именно в этой сфере психопатологии преступников. Well, hi, Dad. Привет, папа. You're welcome. Добро пожаловать. Scripts. Одна из наиболее интересных частей транзактного анализа – это сценарий. The question is whether you're told things as a child that will determine your entire life. Вопрос в том, определяют ли те вещи, которые вам говорили в детстве, всю вашу последующую жизнь. Or whether you decide on those things in life that determine who you are and what you do. Или ваши решения определяют то, кем вы станете в этой жизни, что вы будете делать. Or whether there's a lot of chance and circumstance that determines your fate. Или же вашу судьбу определяют обстоятельства и разные совпадения. So I was giving you some of the different factors that entered into eventually me making the triangle. Я познакомил вас с различными факторами, которые предшествовали тому, как я создал треугольник. I was part of a very determined scientific community with Eric Byrne. Я был частью очень трудолюбивой, очень посвященного сообщества психологов во главе с Эриком Берном. That was part of a bigger culture of the 1960s in San Francisco. Которая, в свою очередь, принадлежала к большой культуре 60-х годов в Сан-Франциско. Now, Eric Byrne ran a very, very tight seminar. Эрик Берн проводил очень-очень строгие семинары. He had very tough rules. У него были очень строгие правила. If you ever use the psychoanalytic word, you'd get kicked out. Если вы использовали на этих семинарах психоаналитический термин, вас выгоняли оттуда. Because you're supposed to be able to diagram everything. Потому что все, что вы говорили, вы должны были быть способным нарисовать, изобразить в виде диаграммы. I was kicked out once for using the word dependency. Однажды меня выгнали за то, что я использовал слово зависимость. Without diagramming it on the blackboard. Но не смог изобразить это на доске.
So the first rule was don't say anything that you can't diagram. Первое правило было не говори ничего, что ты не можешь изобразить диаграммой. It was very much taking the field of psychology into the left brain, into the practical hard science. То есть психология переводилась в левое полушарие, в область практического. If you were treating a patient, you had to make a clear contract. Если вы занимались с пациентом, вы должны были установить с ним четкий контракт. So you know exactly when the patient would graduate and leave therapy. Чтобы вы точно знали, когда пациент будет излечен и готов прекратить терапию. And this was to be the opposite of the psychoanalytic field, which could be open-ended. Это было противоположностью психоанализа, который мог длиться бесконечно. Until the patient ran out of money. Пока у пациента не кончались деньги. So one rule was don't say anything you can't diagram. Итак, первым правилом было не говори ничего, что ты не можешь изобразить. Another rule was don't say anything that's ever been said before. И второе правило было не говори ничего, что никогда не говорилось раньше. He only allowed new thoughts that hadn't been thought before. That have not been thought before. Он рассматривал только мысли, которые еще никогда не приходили никому в голову. If you started to philosophize or debate, discuss ideas, если вы начинали дебаты, философствование и обсуждение чужих идей, he'd say, нет, нет. Он говорил нет, нет. We're in danger of having an interesting evening. У нас тут намечается интересный вечер. He would never allow us to sit around and have pastimes and talk about different ideas. Он никогда не позволял нам просто заниматься времяпровождением и обсуждать разные идеи. He would say, "Gang, we're in danger of having an interesting evening." Он говорил, у нас тут опасность, что у нас будет интересный вечер. So let's get some work done instead. Так что давайте лучше вместо этого работать. Another way to develop new ideas. И еще один способ развития новых идей. Is to run the type of seminar he ran. Это тот тип семинаров, который он проводил. Where you met every single week to invent new theory. We met every week to invent brand new theory. Мы встречались еженедельно, и каждую неделю мы должны были произвести какую-то совершенно новую теорию. We did not meet to learn old theory. Мы не встречались для того, чтобы глубже изучить старые теории. Old theory was something that might have happened last week or last month. Вся теория, которую мы сделали за прошлый месяц, прошлую неделю, отставлялась в сторону. So it was not a training seminar. Это не был тренинговый семинар. It was a seminar devoted to making new theory. Это был семинар, посвященный разработке новых теорий. Now he was a great leader, and he was a lot of fun. Он был великим лидером, при этом очень веселым человеком. And he always delivered the goods. И он всегда давал самое ценное. He would come in every few weeks and read from his latest book. Он созывал нас каждые несколько недель и читал нам. So we had a role model of someone who was always thinking, always inventing new ideas. И потом он спрашивал, кто может поделиться чем-то новым, какую-то произвести новую идею. So when he passed away in 1960, когда он умер в 1960 году, I suggested, and it was approved of, я предложил, и меня поддержали, that we have an annual Eric Byrne Memorial Scientific Award. Чтобы мы учредили ежегодную премию Эрика Берна. So even without Eric Byrne being around, и теперь уже без Эрика Берна, there is always the incentive to keep making new theories. Все равно остается это побуждение, это желание создавать новые теории. Now part of it was that Eric Byrne had something brand new called transactional analysis. Частично это происходит потому, что Эрик Берн создал нечто совершенно новое под названием транзактный анализ. So he gathered around him very many bright people who would help him develop that. Он собрал вокруг себя очень много великолепных, очень умных людей, которые помогли ему в создании этой теории. Okay. Seminar. Есть какие-то вопросы пока на данном этапе о семинаре Эрика Берна? Okay, so. Хорошо.
In 2007, when I realized that people were using the drama triangle, когда я понял, что люди